Ой-ой-ой! Блять, что за хуйня, меня убили с респавна. У меня, короче, разрешение 700 на 77. 777. Охуеть. Сейчас буду трахать, сука. Давай. Ты в ПК-клубе? Ну да. Понятненько. Прикинь, я впервые играю на разрешении 700... А, понял, короче. Три семерки. Да, я играл. 777 на 777. С полосками черным или без? Без полосок. У меня по... С полосками залетает, кстати, по-другому. У меня растянуто, пиздец, кстати. Здесь ты... Понял? Они у меня, короче, модельки. Понял? Растянуты немного. Нормально, нормальная тема, нет? У меня голова большая, блядь. Не прям большая, но вот прям под прицел точно. Проверим. Не, с полосками не пробовал играть. Знаешь, еще какое разрешение есть классное? 480 на 640. Вот это ебанутое. Понял, то есть наоборот, оно ебанутое. Я просто такое вижу. Их че ковры выйти? Окей, дан малос. Я бы это с пакетом. Не нравится, знаешь, что? Нет. Нравится то, что тут очень все быстро происходит на этом разрешении. Я люблю такую игру. Firebox. Тоже любишь, когда быстрая игра такая? Нет. Зелье. Блин, я бы на этой сыр как бы громко. А, у нас бомба на Б. Да, я же сказал, что так. Я понял. Короче, мне нравится это разрешение. Во-первых, у меня все быстро происходит, я бы не хоплю, это так классно выглядит. Два КТ респаура. Окей. Okay. Пропусти все и все в бок убей просто. Вот на каком разрешении играешь? Какое? Какое? Сейчас. Можно? Да я, бля, по-разному играю. Кастомные ну, разрешения или нет? То 600, то на 800, то 1024. Короче, бля, пизда каждый раз. У тебя там школьник пиздец, скажем, закрой ебало. Ну да, если да. Он, наверное, в CSGO сидит, играет первый лоу фейсится. Угу. Чё, кстати, здесь руки очень длинные на этом разрешении, это вообще пиздато выглядит. Мне надо 2D сделать. А ты на мидл идешь? Да. Давай сделаем 2D. Давай. Раз, два, три, просто беги по прямой и под кон, понял? Раз, давай. Два, три. Блядь. Не получилось. Да, ты... Не, ну, ты даже не побежал вообще. Не, побежал. Нет, надо было на третью. На третью побежать. Прыгнула, ты с калашом в руках была, я с ножом. Я быстрее получается. Опа. А, вышли типа. Блин, как такое? Они вообще его не проверяют. Ужас. Вот он, долбоёб, пишут. Да, его ФК встал. Отыграл, да? Миксулю. Блядки, блядки. Шорт ласт. Ну-ка смотрим. Раб системы, поехал. Все, удаляй игру. А этот АФК будет стоять. Боже. Блять, уебанский микс. Неинтересно, я бы сказал бы даже. Мне похуй, я на разрешение играю. Я просто бегу, мне по кайфу. 777 на 777. Мне даже сложно это выговорить, потому что такие никогда цифры не говорю. Бля, вот это пиздец, мне флешку въебало, дал свой. Время.
Я где-то. Зик. Люлька, красный. А, ну и один. Где типа дефолт? Типа? Один люлька. Кон, ребят, кон родовый. Кон. Что родовый в коне? Слышал инфу? Блять, как же это охуенно двигаться там без решения. Когда игра очень такая быстрая, бля, она обретает новый вкус. Тебе хочется играть и играть. А что сделал там? Разрешение поставил на 777 на 777. Плюс у меня модельки всякие стоят новогодние. Это ну, очень... как это делать? А? Что ты говоришь? Как это сделать? Окно. Да я умею, потому что... Просто изменил. Только проблема, знаешь, в чем? Тут смоук иногда, короче. Видно его. Ну, то есть... Врыч. Ну, в плане, кстати, стрельбы... Более-менее прям. То есть... Просто я бегаю и убиваю. Ну, во-первых, за счет своих настроек тоже как бы. В дефолтных настройках я бы не убивал бы так. Я бы вообще, наверное, даже не попадал бы. Это сколько я? 8 на 2 иду? Или 8 на 3? 8 на 3 вроде. Скольник ебаный. Так, ну что? Оп. Фонтана Б. Ой-ой-ой, что это было? Блин, какое же это охуенное разрешение. Может мне хэндкамс заснять? Лестница убивает, ахаха. Бля, знал бы, что я экстемпл, он бы охуел. Блять, у меня пуль нету, слышь, Эдвард. Пиздец, да, мне... я умер. Мне пуль не хватило. Да, я видел, хорош. Мне пуль не хватило. Чё? О. Там заснял бы на самом деле. Долпан, блять, а почему? Ладно. Долпан. Коннектор. Два коннектора вроде. Топает. Идет. По стенке! Всё, лос, не знаю где. Мидовер. Слева по стенке. А, на рядовой. Я, блядь, рядовой, когда вы из-за ящика не выходил. На самом деле, тема классная. Новогодние модельки стоят. Понял? Зеленый худ, синий гуй, потом небо. Стоит офигенно, на самом деле. Смотрится хорошо. Розовый, что ли? Нет, не розовый. Его мало кто использует. Да раз, я тоже вижу все эти, блядь, хуйни, что все удалили. Тут 90 под коврами. Под коврами стоит. Да, блядь. Дефолт ушел. А, вы чего вы не... А, я один вышел. А, они нахуй, блядь, стояли. Я хотел выйти, я ушел обратно. Ну, я понял, короче. Значит, вот так играем. Хорошо, тогда я, наверное, все буду уходить вообще. Я не буду первым выходить. Я, короче, я ему выходил, потом ушел. Понятно. А я ковры вышел под коврами, меня убили. 1-4. Куда, блядь, 16 хп, блядь. Забил. Че, может быть, мидл сходим? Пойдем. А вот мне интересно, если поставить на 300 FPS? CSGO, блядь. Я и так прицел маленький. 100 FPS. Не, пинг охуенный. Бегу в мидл. Пинг 20. Сэмпл пик.
Эрик, смотри. Кстати, пацан. Ой-ой-ой! Боже! Так. На Апленту. Аплент. Ну то на. Били. А клир. Шорт вроде. Да. А где Бенни Хоп, почему двигаешься как робот? Коннект. Оп. Вот тебе позиция, конечно. Пол матери гейминг. Мне кажется, надо клон так такой сделать. Пол матухи гейминг. Дай дроп. Это там школьник. Видимо, сильно радуется, выиграл, может быть, игру. Как сделать? Вот ярко-ярко красный, не могу в этой игре, он прям не совсем что, красный. Прицел? Да, это прицел, но я сделал, он не прям такой яркий. Это респан. А, и 90. Теперь стоят. Точнее, около холодильника. Дупан. Лол. Коннектор. Блин. Вот если поставить чисто белый прицел. Ну, такое себе. Самое четкое, это вот голубой прицел. Он прям вообще пиздец, какой яркий. Точнее, ну, без... разве я твою маму в однокласснике добавлю. Вот и нахуй. Розу прицел тоже нормально. Подсадишь? Давай. Блять. Бля, есть вроде. А, въебало. Бля, люлька. Мне не хотел чуть-чуть, а прям, ну, прям на голову навелся. Нормально. А, ему снес, знаешь, сколько? Какого у него... А, 27 с одной. Зеленый прицел прям охуенно смотрится. Ты ковры? Там. Скажешь, когда выйдешь, я выйду. Яму смог дали. Яму ходи дали, поджимают, может быть. Спасай, школьный говорит. Бля, телефон. Ой-ой-ой. На телефон. Я молчу. Да, пиздец, меня в спину убивают. Меня с коннектора понял, где мне тип? Где мой тип? Продавцы ебаные. На лоу рангах себя чисто продают. Контр-стрики чисто. Вот и что это за флешка, блядь? Я забанил. Я тут. Все, подожди, на? Да. Обои. Есть это? Блядь, на Б. Я хуёво зажал. На Б минус кичен. Минус 99 нету. Ой. Минус 50 хп кичен. А последний. Понятненько. Ты что можешь? Можешь с крысу? Не-не-не, он рдовый. Убей его. Пойдем. Просто. Ты ну, либо... Да? Нет, да. 50 хп у него. Выйди убей, на широкой, выйди убей. Справа. Ну, у него даже меньше возможно было. Дай дроп. А, хотя нет, я скаут купил. Два
дай, дигл, дигл, дай. Дигл. Где-то. Дигл. Вот я. Ага. Иди на, я прострелю сейчас типа. Блять, как же можно смоку сейчас быстро двигаться, пиздец. Ну что, прошью? Охуеть, у меня зум на пол экрана, алё. Я вижу дохуя. Тоже зелень дал. Рекаваром. Ой. Ой, что? Охуеть, че дал. Это резолюшн 777 на 777. Я сам в ахуе. Прикол в том, что я их убил в тело или в голову? Я не видел. В голову вроде. 59 с одной и 56 с одной. Жестко, да? Это... Андер. Где? Андер. Десятка. Коннектор 10. Видел. Блин. Шорт может быть. Люлька. На банихопе залетай. А. Да не, я хотел убить. Там я же видел. Их было два. Понятненько. Хм. Ну ладно. Пури-пури-пури-пури. Не, на самом деле, кстати, был КФГ. Мой конфиг, мне кажется, он идеальный. Типа вот для пинга 20, наверное. Да даже для наименьшего пинга, типа от наверное, 5 до 60 с моим конфигом играбельно. То есть, ну, я иду 23 на 12, при том, что я вообще не стараюсь. Я просто бегу, маус один нажимаю. Оно регает. Поесть. Зига. Еще Зига. Эдвард прошел. Это на. Да. Это. Не, ой, это Б. Это Б. Ты заебал. Тебе надо запушить как-то помочь. Форест 90. Форест 90. Ну, блядь. Ну, типа мы где. Сайт. Понятненько, но у нас чел с мейна хреново сыграл. А, берем дигл. Поехали. Лицо маленькое. Оу. Ты ему аркадишь или нет? Да, я ковры сейчас пойду убью. Давай, я зубом попробую сейчас убить. Мидл. Угу. Я ушел на Б. Конфигурейшн. Охуел. Экстампл. А двое, говорит. Еще Б. Димна. Я чуваку чисто патрон ЖК поставил. Да я, блядь, минус 100, минус 73, минус 50, да. Чисто патрон ЖК от экстемпла. Да, дигл? Не, у меня есть. У меня калик. Ну, да, дигл-то, блядь. Тут бы ФАМАС попросить, оно. Да не. Сейчас скажут, ФАМАС говно. ФАМАС. Да я не хочу просто. Нет, ФАМАС нормально. Маз для истинных мужиков. Ковры. На? Да, ковры в углу си. Яма. Яма. Ковры смотри. Ковры.
Минус яма. Я ковры поджал. Угу. Иду ковры на шифте. Они на бас ебались вроде. На. Да, вроде. Нахуй с пляжа! Нахуй с пляжа! Нахуй с пляжа! На форсе где-то. Да. Сколько ему? Я ему, наверное, нисколько не снес, может, один раз в тело попал. 25 с одной. Я скалк покупаю. Скаут, зорд, скаут. Ты блюльку подашь? Нет. Просто фон пикнул. Просто коннектор. Яма. Okay. Попал яма. Убил одного сейчас. Второго убил. Убил третьего. Ой-ой-ой. У меня сенсу сорвало, ебаная мышка. Яма. Сука, Блять, купил мышку за $150 G403 Hero. У меня только что сенсу сорвало. У меня просто прицел в небо. Во, найс. Какой вывод, независимо от того, какая у тебя была мышка, бюджетная, дорогая или средняя, придет конец твоему проводу, и все. У тебя сорвать сенсу. Ну, я не знаю. Sound muted. Sound resumed. Что подумал Варгай? А? Подумал подвал. Давай. Иди, я дал пикнуть хочу. ТБ. ТБ. Блять, Форест, я к нему залетел. Форест и бэковри. Okay. Слева бэковра. Mm-hmm. Не, не там, не там. Он уже упал, Форест. Форест ласт. Найс. Так, это у меня получается, я 33 на 16 иду с разрешением. Таким прикольным. Я дробовик купил. Поехали. Сейчас будет. Джамшотики. Я говорю реально, типа, мой конфиг. Ба. Такого пинга. Идеально настроен. Коннектор. Два. Я могу убил. Да, подвал вроде. Все, ГГ. Ампулка ФГ. Хорош. Что-то вообще просто-напросто добегал. Sound muted. Вот. В принципе, игра была быстрая. 34 на 16, да? С новым разрешением 777 на 777. Вот, если вы желаете приобрести X-Tample KFG. А, вот, 35 на 16 отыграл. И у меня 163 АДР за игру, 2.19 КД, 77% в голову, 18 ваншотов, 13 first kill, 4 first dead, клатч 1-2, и один раз минус 4, 3 раза минус 5, 2 раза минус 6, один раз по 4 килла. Вот, если вы желаете купить, приобрести конфигурацию X-Tample, то вы можете, в принципе, найти в описании ссылочку на группу, и там уже купить, написав сообщение, хочу купить конфиг X-Tample. Вот, подписывайтесь и ставьте лайки, если вам понравилась данная рубрика. Это кастомное разрешение, в принципе, которое я буду... фасткапе тестировать. Напишите в комментарии, пожалуйста, какое разрешение вы хотите увидеть в следующем видеоролике. Но мне это разрешение понравилось, в принципе. Вот. И всем пока, и до новых встреч. С вами был X-Tample. Подписывайтесь на канал.